Перед дельфинарием в парке «Ривьера» в этот день собрались не только конкурсанты, но и черно-белые школьники. После ярких летних нарядов строгую форму одели впервые, но повеселиться, как на каникулах, еще хочется. Поэтому парк подготовил для них активную праздничную программу. Пока рядом с дельфинарием все учились зажигательно двигаться, внутри, наоборот, старались унять беспокойство. Жеребьевка – процедура для конкурсантов волнительная. К этому моменту уже был определен порядок выступления на двух конкурсных днях. Третий традиционно доверили дельфинам. Непередаваемые эмоции, который испытывает конкурсант, получив от дельфина напрямую этот номер, под которым он будет выступать. Поэтому это, конечно, фантастическая история. Мы ее никогда не бросаем, мы все время придумываем новые, а вот эту используем всегда. Суть жеребьевки проста. На сцену вызывают участника, дельфины сами выбирают для него мяч с порядковым номером и передают прямо в руки. Пока конкурсанты делились впечатлениями, для них устроили акробатическое шоу с танцами. По итогам жеребьевки во второй и третий день программу откроют российские исполнители. Нашу страну в этом году представляют певцы Саша Санта, Василий Уриевский, Стас Море, Люся Чеботина и Нана Хаттл. Каждый готовится произвести неизгладимое впечатление на зрителей и продюсеров. У нас три композиции. Раскрою тайну, наверное, только о композиции третьего дня. Это моя авторская песня. Она называется «По кругу». Ну, естественно, она о самом главном – о любви. В этом году концертный зал «Новой волны» переехал в Олимпийский парк, но в центре Сочи участники оставят о себе напоминание – юбилейный барельеф у Мурпорта и бесплатную дискотеку 12 сентября на Южном Малу. Галина Моисеева, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.